тысяч рупий. Спасибо. Хема Матхур, 601-я. Отдайте дяде. Навести маму. Господин Вивек, 601-я. Он заплатил по счету? Да. Дай квиток. Покажите квиток и получите тело жены, хорошо? Тело? Почему тело? Ночью ваша жена умерла? Умерла? Когда? Ночью мы с дочерью ждали здесь. Почему меня не позвали? Дочь хотя бы попрощалась с матерью. Утром меня отправили за деньгами. Потом я отстоял очередь в кассу. Почему мне никто не сообщил? Моя обязанность — пересчитывать деньги, а не пациентов. Такую информацию мы даем после оплаты счета. Иначе люди уходят, не заплатив. Сволочи! Жена умерла ночью, но они не сообщили мне. Я всю неделю платил вам. Возьмите. Вот вам еще. Заберите все деньги. Дочь, что, не вправе попрощаться с мамой? Это больница. Не мешайте работать. Заткнись! Таковы наши правила. Если вы не согласны, то обращайтесь в государственную больницу. Я могла бы...